Всем привет, меня зовут Владимир, и вы смотрите канал Феникс Let's Play. Сегодня мы продолжаем играть в игру Fallout 4. Я тут посидел, поковырялся, и тут мне в левом верхнем углу постоянно говорится: сдайте маяк, ну создайте маяк, ну тут и надоел, ну создай маяк вербовочный. Ну я решил его, в принципе, сделать. Нам что нужно? Нам нужно... Стали нам нужно немножко. Сталь. Болт. Нам нужна сталь. Нам нужна керамика. Где у нас это может быть? Сталь и керамика. Сейчас найдем. Где-то у нас это было много всего. Вот керамику я нашел. Керамика, кстати, не так много надо. А, нет, не керамика. Кристалл нам нужен, не керамика. И сталь. Подожди, керамику, значит, тогда давай обратно. Вот, а нам нужна еще сталь. Сейчас мы все это найдем. Где-то у нас это было. Вот сталь, там что-то было много нужно. Так, ну допустим пока так, потому что что-то я найти не могу ее. Поэтому будем брать все, из чего есть. Сейчас кажется, что ее вообще нету. Будет как минимум обидно. Вот сталь. Стекло, медь. Там потому что что-то 10 штук что ли там надо было. При этом я заколебался искать этот радиомаяк, где он находится. Кое-как его нашел во всех этих пунктах создания. Все, нет у нас стали. Приехали. Вот он, радиомаяк. А, нам все-таки керамика нужна тоже была. Да, ну ладно. Нам нужна керамика, нам нужна сталь. И нам, походу, уже несколько сундучков. Так, давайте мы, знаете, что делаем? Нет, в смысле, эскейп, да. Вот нам нужно сделать вот так вот. Мы сюда будем перекладывать то, что мы будем использовать в дальнейшем. Кристалл нам сюда понадобится. Молот. Вот это молоток там уже туда, во. Молоток. Так, подожди, где-то у нас... А, ну да, все тогда получает. Нет, что-то у нас было еще тут. Сейчас посмотрим. То есть я тут маленько начинаю соображать, что к чему. Есть действительно хлам, который совершенно не нужен, а есть, которые нужны будут. Что-то не вижу, уже ничего, ладно. Ай, блин. Чё мы там взяли? Чё ты там взял? Чё ты успел взять уже? Чё там было первое? А, вот, пластинку надо было туда переложить. Ладно, давайте сейчас керамику ещё возьмём. Керамику, да. А ты-то взять-то чё успел? Я вот отвлёкся, ты уже что-то взял. Чё, ну, дуть, не отвер... Вот, вот это ты взять успел. Всё. Давай, так, значит... Керамика и... Как же она называлась-то? Масленка. Пустая масленка, наверное, да? О, да, точно. Все. Тут мы будем делать все, что нам нужно. Так, ты пока постой. Это что у нас? Да. Вот, нам как раз вот для этого верстак и нужен. Ладно, что у нас есть? Достань оружие. Так, у нас есть это, у нас есть это, у нас есть это. И что мне не совсем нравится, у нас первая и третья используют одно и то же. Соответственно, нам нужно первое поменять на что-нибудь другое. Так, предметы. Предметы оружия. Давайте посмотрим, что у нас. Так, пистолет. 67. Так, это что у нас? 38. Вот. Вот это вот мы и поставим на первое. Вот так вот. Теперь первое у нас есть, второе есть. Эти есть. Везде это разное оружие. Все. Разные снаряды. Так. Так вот, я к чему это все? Я к тому, что давайте вот сюда сгоняем. Полетели. И нам надо бы еще, думаю, пошариться в этом, где-нибудь поближе к бункеру. Но по-любому что-то же должно быть. Я в этом уверен, что... Ну, должен где-то быть ядерный блок. Ну, не может такого быть. Все ездили на этом ядерном блоке, а тут его нигде нету. Как так-то? Так. Стэнкчуари, я узнала, что ты придешь сюда, малыш. Твоя энергия связана с этим местом. Кстати, да. Погоди. Стой. Тут ты ж это? Вот он ты. Да ладно, давай, ну чё ты такая вредная, блин?
Короче, я не хотел, сама вынудила. Кто стреляет? Походу мы все карму испортили, все. А, нет! Наоборот, они нам помогают! Ой, ребят, не хотел это сделать, но что ж, придется. Потому что хозяйка у тебя дура. Ладно, жалко, блин, барашка. А, подожди, так ты ни хрена... Не-не, ребят, все. Это чушь, это так не прокатит. Меня этот вариант не устраивает, да. Подтвердить. Все это чушь. Потому что мы сейчас испортили всеми отношения за одной тупой дуры, которая, блин, стала позу, застрелей меня. Чтобы что-то поиметь, блин. Тебе денег принес, вещей принес, ты тварь, блин. Да и пошла так. Так, секундочку. Не знаете, что я... А, ну да, в принципе. Подожди. Вон они, кстати. Третья. А чё такое-то, блин? А, ну вот. И третья, да? Все понял. Так, у нас же тут во втором сундуке все так, как было, да? Да, все, отлично тогда. Тогда у нас было самосохранение, это на самом деле не может не радовать. Ну чё, пойдем переговорим теперь. Давай сюда. Твоя ты так-то, блин? За головой коровкой. Мне даже не ее жалко. Мне жалко, блин, то, что мы нам коровку пришлось убивать. И то, что мы испортили отношения с этим негром в ковбойской шляпе. Хотя, честно говоря, сколько мы ему помогли, блин, можно было сказать, что эта тварь это та еще, блин. И надо бы помочь. Блин. Дай бы тебе в челюсть. Да пошла ты. Опускаться до твоего уровня еще. Быдло бомжиха ты. Так, а нам, подожди, нам куда? А, так нам с этим надо поболтать. Точно, чё ты? А, давай, уберем. Ну, будем надеяться, что раз она тут с нами еще общается, то в дальнейшем что-то будет нормально. Так. О, так это надо взять всё. Ты где там? О! Уже надо тебе будку такую же сделать, бублик. Будешь мне в будке жить. Настоящий хороший пёс. Так, ну что, давай поговорить. Понимаешь, что поселение, куда ты меня отправил? Там же не жители решили. Так, это прекрасная новость. Я знаю, что сдашь тебе по плечу. Кстати, возьми сигнальный пистолет. С его помощью ты сможешь вызвать подмогу, если рядом кажется Минитмен. Пока что от него мало толку. После того, как к нам приходят другие поселенцы, ты сможешь. Все, понял? Так, я хочу кое-что тебя, кое-что о чем попросить. Как ты знаешь, я один из последних Минитменов, но я так и не рассказал тебе, что с нами случилось. Ну давай. Ну давай, если ты готов. Мне казалось, так, ты же знаешь про резню в Квинсе. Нет. Мужик, мы тебе сказали, мы 200 лет спали. Какая резня в Квинсе? Понятия не имеем. Минитмены предали друг друга и тех людей, которых они должны были защищать. Я был в отряде полковник Коллинз. На Квинси напали наемники, называющиеся стрелками. Люди послали минитменов. Минитменов сигнал на помощь. На этот сигнал застыкнулись только мы. Остальные отряды просто отвернулись от нас и от жителей Квинси. Из нашего отряда выжило лишь несколько человек. Полковник Коллинз погиб, мне пришлось принять на себя командование. Мы никак не могли найти безопасное пристанище. Одна катастрофа следовала за другой. Ты знаешь, чем это кончилось? Там, в Конкорде. Минитмены выстоят. Главное, не сдавайся. Я не собираюсь сдаваться, но я не смогу защитить содружество в одиночку. Я и этих-то людей с трудом могу защитить. Поэтому я обратился к тебе. Я не смогу возродить Минитменов, но тебе, думаю, это под силу. Ну ладно. Мне пришлось приятно это слышать от тебя. Спасибо. Так что, соглашаешься? Да, конечно, соглашаемся. Ладно, по рукам. Славно, славно. Добро пожаловать в наши ряды. Это очень важный шаг для Минитменов и для всего Содружества. Не волнуйся, я буду тебе помогать.
Генерал. General. О! Ничего себе повышение. Руководитель Минутмена всегда носил звание генерала. Нашим последним руководителем был генерал Беккер. По его смерти в 45-м мы так и не смогли решить, кто должен занять его место. Чем хорошо быть последним из Минутменов, я могу присвоить ей звание генерала, и никто мое решение не оспорит. А уж добиваться того, чтобы это звание было не пустым, это уже твое дело, видимо. Я получил сообщение о том, что одному из... очень понятно, не успел я. Как-то они так быстро говорят. Ну и что? Я отмечу это место на твоей карте. Сходи и узнай, что им нужно. Мы должны заручиться поддержкой как можно больше числа поселений. Селенцев. Ну ладно. Слушай, ты бы мне... Я бы сходил бы, конечно. Но мне ядерное нужно, это, топливо. Вот. Ну ядерное же, ну вот. Ну достань ты, ну... Как тебя выковырить? Вот еще одно. Да и ладно. Пойдем пошаримся. Хотя машина-то сохранилась более-менее неплохо. Так, я что хотел? Я хотел тут пошарить, убежище. Более внимательно, это что такое там. Нам бы станцию делать. Нифига ты мне засылаешь. Ты прикололся, да? На этом завалят без радио-то этого. Фу, блин, без радио говорю. Без костюмчика там. Я просто уделаю и все. Так. О! Нифига себе, пистолет! Вот это поворот. Так, стоп, что-то ключ, кисть. Пойдет. Думаешь, это правда стоит искать с собой? А думаешь, нет? А чё я так туплю-то, а? У меня же собакен есть, я ж могу с собакена. Самодельная бомба. Открыть сейф. А, это хорошо. Ну как сломать-то, блин? Во. У меня штабакен есть, его же тоже можно как этого нагрузить. Так. Да бери все, тут вроде ничего полезное. Так, картотека, давайте пошарим теперь повнимательнее тут, потому что там всяко разно, нужно очень много материала. Как минимум нам... Что случилось? Бублик, пошли со мной. Шпилька. Нам в любом случае понадобится очень много алюминия и очень много стали нам надо. Сталь у нас ходит на, как на ремонт, так и на создание вот этого радиомаяка, нам она пригодится. Бублик, не мешайся, пошли, пошли. Так. Соответственно, нам нужно что-то поискать. Отвертка. Так, а где-то вот тут, да, это у нас? Ладно, сейчас мы туда дойдем. Такой чередом пройдем. Вот он, вход. А, мы тут уже, походу, были, да? Как минимум, я тут должен был быть. А, ой, я тогда открыть не смог. У меня этих не было. Шпилик. Опа. Еще ниже. Вот так, все, отлично. А, ну у него ценник хороший, ладно. Ценник неплохой, значит, можно использовать. А, вот этот классный, мне это нравится. То есть он, я думал, он только в костюме, оказывается, он тут тоже есть. Так, где-то. Тут, кстати, надо аккуратнее, а то, блин. Грабанемся мы отсюда откуда-нибудь. Будет больно. Так, что-то потерялся. Вот сюда нам надо. А где? Подожди, не понял. А, ну да. Туда, что ли, наверх? А, блин, точно, вот же мостик, точно, что-то я. Я хочу просто пошариться, посмотреть. Ну, где-то должно быть ядерное топливо. В любом случае, оно должно быть. Что без этого костюма, вот как мы там тусовались, ну там просто делать нечего. Сдавали, да и все, и не спросите, как звали даже. В лучшем случае это будет быстро. В худшем нам сначала там ноги, руки подстреливают. Вот там, блин, я не знаю, одним языком и зубами еще будем пытаться что-то отстреливаться. Так, это надо взять. Феник взять. Тут, по-моему, стали это все есть. Опа. Патроны. Пепельница не надо. Так, что это? Это вот так надо. Ну вот же, ну я... Ну вот же ядерное, ну почему ты не хочешь взять-то его? Что случилось? Надо вот эти обшарить. Блин, ну не может быть так, что вот, ну вот оно все, блин, почему достать-то не могу? Это ж ядерный этот, блин, блок. И хоть зарядиться где-то, ну, где-то и зарядка. А-а-а! Подожди. Это надо взять, это всяко разно полезное.
Шар нам не нужен бильярдный. Что это взять? Папка. Че нам папка? Че такое? А, ну понятно, кнопочка у нас не работает. Короче, вниз убежище мы уже не... Че такое? А, нет, мы спустимся. Вы смотри-ка, а зачем нам туда? Ладно, пойдем. Раз уж спустились, пошаримся, может там что-то интересное. Потому что я пока не понимаю, для чего... вот эта шестеренка была обозначена. Раз шестеренка обозначена, значит там что-то есть. И по квестам, я думаю, пока успеем, потому что игра длинная. Я что-то нашел. Что, где нашел? Тем более нам тут что бояться нечего. Я не думаю, что тут кто-то что-то страшное будет. А если будет, то у нас, как минимум, уже есть и оружие, и все дела. И мы просто будем сейчас этих... Тараканы тут были, о, мы сейчас тараканов этих будем просто наказывать. Потому что они такие маленькие паразиты, блин, и нас нападают. А так как мы тогда очень быстро пробежались, мы могли не сообразить, что, где есть и почему. И очень много вещей могли просто пропустить. Или взять что-то ненужное. Так, стул, сесть. Да, а кто тараканов прибрал тут? Если тут никого нету, почему тут тараканы передохли все? Если у меня такие... Так, да, это все. Если что, активируем. Надо поискать блоки. Я вот уверен, что... Ну, тут-то уж точно должно быть. Тем более, станция рабочая. То есть эти ядерные блоки атомные, как они там называются, ну, где-то должны быть просто. Я в этом уверен. Это вода. Вон таракан. Что случилось? Да, хорошая мысль. Давай так сделаем. А куда все тараканы делись? Кто их трубки убрал? Я их там бил. Столько трупов насадал. Так что это нет. Показалось. Так. Won't be able to pick this. Сломать не смогу. Почему не сможешь-то? А что это такое? А если? Ага, понятно. То есть стекло не разбивается у нас. Ну ладно. Так, ничего. То есть, я думаю, вы поняли, да, какой приоритет? Мы сейчас просто ищем ядерный блок. Да и, в принципе, мы сейчас шаримся, потому что, ну, я так понял, здоровенная территория. Вот мы уже играем около 6 часов. Это какая-то, наверное, 9-я серия, по-моему, 8-я, 9-я, 10-я, по-моему, даже серия. Записывается. Скелет активировать. Короче, 10-я серия, а мы до сих пор учимся играть только. Обычно многие игры уже за это время проходятся. А мы только учимся играть. И мы до сих пор не понимаем, что тут... Ну, то, что делать, конечно, мы понимаем. Но, тем не менее. Так, собакен. Не иди ты туда! Эй, over here. Ты зачем то побежал-то? Я, по-моему, собаке пофигу. Может, только для тараканов это страшно. Так. Походу ничего мы тут не найдем. Вообще обидно. Так, да, вот тут тогда мы первый раз тараканчика увидели, если не ошибаюсь. Хотя могу не ошибаться вообще-то. Может и не тут, может где-то тут. Ладно. Я думаю, это не столь принципиально сейчас. Так, конечно, ключ надо взять. Это сталь, как мы крутим. Сталь нам нужна. Нам нужно вербовочный это сделать. Я так и понимаю, что у нас мы будем просто уходить, приходить, и у нас будет постоянно очень много ресурсов. Или как-то так. Ладно, ты это уже видел. И все мертвы. Ты, говорю, ты это уже все видел. Опа. А, это мы читали? А, да, да, сбой. Да, это я помню, везде произошел сбой. Ну, я думаю, тут нам ничего больше не угрожает. Таракана больше нет, никого нет. Тут мы уже потусовались, пойдем теперь сюда. Отсюда мы, по-моему, вылезли, да, вот она наша, вот, жены. Что-то нет, открывается. Ну, тут, да, тут все очень печально, конечно. Ладно. Не будем на грустном, все, больше нам тут делать
совершенно ничего. Я не вижу тут ни одного блока, я не вижу тут ничего такого, что нам бы могло помочь, откуда мы пришли, я забыл. Так, тупик, значит, мы пришли сюда. Пошли, собакен, потому что что-то это... Действительно, тут больше делать нечего, зря мы сюда вернулись, как говорится. Ну ладно. Я бы убедились, что сюда нам возвращаться больше не стоит. И что эта шестеренка тут так, для мебели больше, для вида. Давай вокруг лучше пойдем. Он убьется током, и я не хочу просто пожариваться. В тот раз нам чисто подфартило. Не знаю почему, может, или мы с этот, костюмчики специально защитным, или еще что-то, но нам подфартило тогда. Таркан-то убило. А мы-то живые остались. Так, ага. Все, давай активируем, погнали наверх, нефиг тут делать. Подожди. Понял. Вот вы мне теперь не говорите только, что я теперь не смогу наверх вылезти. Или что? А, ты же это активирует. Все, да. Все достаточно просто вниз зайти. Давай, собаки, собаку мою пустите! Ладно, я тебе верю, ты у нас самостоятельный, ты у меня сейчас вылезешь сам. Я тебя знаю. Ты у меня собакен-то хороший, одаренный, так что в порядке, тут я даже не переживаю за тебя. Так. И что тогда делать? О, я же говорю. Наш собакен, всем собакенам собакен. Так. Нет, не так. Так. Не знаю, насколько фонарика хватит, но вроде как вот сильно это не расходуется. Возможно, вообще не расходуется. Ты нифига себе. Бегаешь, ладно. А ты что такое по этим? Подожди. А, костюм наш. Так, так, так. Ладно, что. Погнали, давайте просто пошаримся. Я думаю, тут нам спешить-то некуда особо, поэтому давайте просто пошаримся. Может быть, что-нибудь да найдем. Потому что смысла я не вижу, пока выполнять квест идти, сломя голову, не поняв, где мы находимся, что мы делаем, куда мы вообще идем, куда мы туда идем. Понял? Понято? Идем сюда, попробуем до самого краешка и там посмотрим. Где-то я слышал, не помню где, что тут где-то пещера есть. Но где именно, я понятия не имею. Если речь шла о той пещере, которая около нашего дома, мы там были. Мы там, кстати, по-моему, ядерный блок-то нашли. Но я что-то вот уже подзабыл, по-моему, это было там. Так, ну это думаю, честно говоря, что тут все будет спокойно, поэтому нам, наверное. Наверное, давайте поворачиваем 90 градусов налево и погнали вот сюда. Я не думаю, что тут что будет интересное. Так, собакен, пошли со мной. Хотя тут какая-то ограда есть. Не знаю для чего. Так. Ну что, всем ничего интересного нету. Давайте нам уже что-то это. Нам что нужно какое-то. Во! Во! Что-то новое. Что такое? А, понятно, давайте возьмем. Что-то же мы нашли. Так, давай, открывай. Во! Got it. Скоро профессиональным медвежатиком стану. Так, изолента, ножницы обязательно. Чудо-клей обязательно, масленка. Стекло не надо, вот это нам надо. Комод. Все, больше тут ничего нету, да? Так, ладно, идем дальше, подожди, вот сюда я хотел, вот. Тут какая-то электропровода, видимо, подстанция где-то должна быть рядышком. Есть у меня такие подозрения, то есть, возможно, что-то и будет. Ну-ка, давай посмотрим. Что это такое? Это что? Нет, я думал, пещерка какая-нибудь. И чё тут нету? Просто подстанция, провода просто. Ну, давайте сюда сходим, я не знаю. Ага, везде пошериться. Тем более мы вооружены, очень опасны. И у нас всем собакенам собакен есть, который нам что-то полезное всегда ищет, находит, помогает и когда надо прижимается. Так, вода. Вы не можете пойти туда, почему? Мы за карту вышли, да, точно. Ладно, не можем так, не можем. Пойдем, значит, сюда. Интересно, как мы что-то найти вообще тут?
Так вот просто наугад бродить. Ходить, бродить. О, там что-то горит. Собакен. Пошли вон туда сходим. Там что-то горит вон, я вижу. Так, подожди, тут есть лодка. Тут есть лодка. В лодке, может быть, что-то есть. Вот, что-то есть. Тошка. Понятно. Тошка, тошка так тошка. Удочка. Ладно, найдем удочку. Ты там давай, в радиации-то не купайся. Ты чё, блин, помрёшь? Чё это такое? Подожди, украсть? А, подожди, так мы, отношения-то хорошие должны быть. А, нифига себе, так я могу и так использовать. Не-не, отбой, отбой. Так, кошку не трогаем. Где она, кстати, вот она. Кошку не трогать. Подожди, а у кого это мы? Скальпель. Подлочный зажигал. Сейчас посмотрим, что-то ценное будет. Мы тогда это тихоря прикоммунизм, потому что это важнее нам, я думаю, чем. А тут, видимо, ничего такого нету. Да, ладно. Ну, есть там, конечно, пара моментов, но... Из-за этой мелочи, я думаю, не стоит портить отношения с хозяином. Как ни крути, нам бы еще с ним пообщаться, может, он что-нибудь полезное нам скажет. А где нам блоков-то этих термоядерных надыбать-то? Вообще, мы где? Надо каждый раз карты сверяться. Давайте в Конкорд сходим. Потому что там что-то еще где-то есть. Интересно, а я посреди боя, если в нас палит, я могу взять и быстренько слинять быстрым перемещением куда-нибудь к себе. Спастись таким образом. Как думаете? Никто не проверял? Ладно, проверим попозже. Я думаю, возможно, нам это пригодится, тем более мы пока вон без всего, без брони. Это что, а откуда нас ведет? А, это нас костюм ведет. Ну, маленько сюда. Ничего себе. Да мы столько бежали, бежали, я думал, мы уже подошли, а мы еще даже это. Не приблизились. Так, нам, по-моему, сюда вот, наверное. Там корт, где-то вот сюда нам надо. Так, что-то уже выдохся, что ли? Уж тут ничего нету, надо шарить. Опа. Опа, это где это? Я что-то нашел. Ага, этого нет на карте. Что-то мы нашли. Там все светится. Тут вагончик, возможно, что-то будет. И заметим, это не крадем. Это очень классно. Спать, нет, спать мы не будем. Антирадин пока тоже использовать не будем. Так, стоп, что это? Так, шпильки надо взять, 5 штук целых. Это на вес золота тут все. Все, идем. Так, давайте посмотрим, что тут такое. Надеюсь, нас стрелять не будут, потому что это комната какая-то обжитая территория. С арбузиками и так далее, так что это вряд ли рейдеры. Скорее тут кто-то живет, и нам надо бы с ним переговорить, вот нужно задание выполнить. И тогда они к нам присоединятся. Ферма Эбернери. Эбернети. О, коровка. Здорово, хозяйка. Привет. Работающий, нам нужна помощь во двор арбузов. Если у тебя на это время найдется, принеси мне арбузы, а я тебе дам за них что там. Хорошо. Конечно, я вам помогу. Отлично, это не спех, займись, когда у тебя будет время. О. Ну, это хороший нет. Так раз мы ничего не будем, кастрюли тоже не будем брать. Хотя кастрюля может и алюминием быть. Но это все красть нет, мы красть не хотим. Нам бы наоборот с ней отношения не портить, случайно бы не нажать на буковку Е. О. Вот, а мы сейчас им поможем, они к нам присоединятся, точно. Блин, столько патронов. Ладно, с тобой торговать нельзя, да? В принципе, у нее только неплохо. Много чего такого интересного есть. Так, ну ладно. Вот коробка, например, двухголовая. Так, нет, тошка, нет, нам нужны арбузы. А сколько надо арбузов? Все или как? Это арбузы только что мы видели, проходили. Подожди. Подожди, вот они, да? Вот, я нашел арбузы. Собрать. Наверное, все надо. Вот такие здания мне нравятся, а то там... Фига себе, пришли. Идите... А, все, это, видимо, нельзя, да? А, нет, вот. А то там как сказанули, блин, идите вынести весь полный этот полный завод, полный вооруженных идиотов, которые хотят нас убить, полный гранат,
Кошка, ты живая? А, ты живая? Вот, идите, а мы вам спасибо скажем. На, вот эти арбузы принес, слушай. Луси. За крышками за арбузы? Да. Конечно, продать? Да, вот, держи. Отлично, спасибо за помощь. Так, все, 9 арбузов взяли, 27 крышек поимели, тоже неплохо. По 3 крышки за арбуз, это хорошо. Так, а что-нибудь еще может? Может, там? Пошли к нам сменить мэном. Забудь, крышки за арбузы, мне тяжело их таскать. А, то есть тут, видимо, время от времени будут появляться арбузы, а мы их будем и переносить, ну ладно. Так, что тут? Подробнее, что у тебя есть? Понятно. А, подожди, давай использовать, может, что-нибудь пожарить. Последний не является дружественным. Назад, ничего у нас тут нету, напитки мы тоже ничего не сделаем. Тоже, блин, о. А, необходимо, понятно. Супы. Тоже ничего мы не сварим, ну и ладно. Ну и голодные будем сидеть. А вот за это потом будет стыдно. Не накормили гостя, которого вам арбузу помог таскать, и не важно, что за деньги. Так, любая работа должна оплачиваться. Все, погнали сюда. Нам нужна алюминий, нам нужна сталь. Это самое главное, самый приоритет. Нет, приоритет нам, конечно, нужна ядерная... А, нет, я думал, какая-нибудь пещерка. Оказалось, нет. Приоритет нам нужна ядерный блок. Атомный блок, не блок, он называется. Ядерный, атом, ядерный, наверное. Блок, который можно сунуть в костюм, потому что без костюма я, например, немножечко... Подожди, а мы где? А, так нам сюда надо. Что без костюма я немножко очкую тут шариться-то лишний раз. Особенно в тех местах, где вот написано недружеская территория. Вот давайте вот тут пошаримся, потому что мы тут тогда по домам не обходили. Мы пришли, сразу нарвались на рейдера. Потом нарвались на кого-то правнука Диаблы, который нас завалил несколько раз. Если бы я сразу нашел блок... Если бы я сразу нашел блок, мы бы не завалили, конечно, никого бы на этом... на заводе. Ну да ладно. Тем не менее, правда, какой-то Диабло, он нам несколько раз набил морду. Но мы ему все-таки наваляли. Уж молодцы. Как-никак. Все, и после этого мы больше тут ничего не смотрели. Ладно, это на продажу пойдет. Смотри, сколько у вас тут всего. Так. Опа. О, это хорошая штука. Так, погнали. А, так, секунду, мы откуда пришли? Мы отсюда пришли. Это домик номер один. Тут что-нибудь есть? Чего-то нету. Это домик номер один. А, тут давай пошли дальше. Сейчас вот пошаримся хорошенько, я думаю, все равно найдем. Так, тут что-нибудь есть? Нюка-кола. Понятно. А, в лучших традициях дюхнюкима. А ну-ка, откроется или заперто? Заперто. А что, где тут зайти? Давайте за другой стороны пойдем. Тут что-то тут большой домик-то, я смотрю, какой. Тут, наверное, много всего, барахла-то есть. Ну, возьми ты где-нибудь ядерное топливо. Вот, вот бензобак, вот сюда по-любому ядерное. Вот у них у всех вот, но это же вот ядерные эти. Чего ты вытащить не можешь? Ладно. Вороны, вороны... Подожди, это вообще все заколоченное. Я сюда, походу, вообще пойти не могу. Тут, видимо, неактивный дом это, потому что они даже, смотрю, окна непрозрачные. Ну и ладно, куда мы еще можем сходить? Сюда нет. Так, подожди. Вот сюда можем зайти. Пошли. Это все неактивное. Даже это по окнам видно вот тут. Тут мы не шарились, это точно. Смотри-ка, что ты? Так, открой. А как их открывать? Или подальше, наверное, нам надо будет, и будет известно. Так, чудо хрень надо взять. Это что такое? Это нам не нужно. Это что? А-а-а, это хорошая штука. Вот так вот, мы будем последние две серии... Нет, последние. Не, не последние, вот только эту серию мы тут ходим. Что случилось? Что-то тут где-то зарычал, по-моему. Опа! Ты смотри, что нашел. В смысле, вот так. Ну-ка. Пойдем-ка погуляем. Ты смотри-ка, служебный вход. Открывай, конкор. Нифига себе, мы что нашли, ребят. Вообще шикарно. Сейчас мы быстренько накидаем все это дело.
По-любому тут должен быть ядерный блок и очень-очень много злых людишек. Что-то у меня так ППС пролагивание пошли. Так. Тихо. Что случилось? Тихо. Не буянь. Подождите, попозже. Не, подожди, а что попозже? Давай сразу. Попозже. Так, что у нас тут есть? Тут потому что, судя по тому, что... Нифига себе, так она... Ой, ё-моё. Так она нас сожрёт на ура просто. Поэтому давайте, знаете, что делаем? Мы делаем вот так. Все, это труп. Так. Ты не дергайся, давай. Так, туда мы пока не пойдем, пойдем все-таки вверх. Потому что как минимум мы тут ничего сделать не сможем без нашего костюма, если вот этот болотик появится, это все. Это тушите свет, это атас просто будет. Без костюма мы тут просто встрянем так, что нас завалит и даже не спросят, как звали. О, алюминиевая банка! Алюминий! А кто не согласен, пойдет разгружать чугунь, знаете, да, анекдот? Че, сломали, нет? Ты, блин. Подожди, что-то я не понял. Так, может быть. А что ты сломал-то опять? Давай так. Во! Скальпель, чудо-клей и так далее. Отлично! Ой, как хорошо-то. Ребята, тут прям... Не скажешь, что прям... Не скажешь, что прям клондайк. Но... Местами тут много чего есть любопытного, что может пригодиться. Так, надо сохраниться. Это надо сохраняться по утрам и вечерам. А тем, кто не сохраняется, стыд и страх. Во. Так, о, вот это надо взять. Это что это? Сталь, сталь. Фонарь. Ну, возьмем, я не знаю, для чего там. Может, на что-то и разобрать можно. Ну-ка, пошли там. А, вот мы, собственно, сюда и пришли. Что случилось? Где? А! Опять я-то бурундука не боюсь. Молодец, красавец. Ты смотри, как он их относит. Красавчик. Просто вообще красавец. Так, давайте перезарядимся. Это мелочи. Главное, чтобы нам та штука не попалась. А, подожди. Это не по угоду пролезть. Что там такое? Ничего там нету. А тут? А, они, наверное, отсюда вылезли, все понял. Главное, чтобы нам не попался тот краб бронированный, потому что с ним там стоит не круг, наверное, пластик. Давайте посмотрим сразу предметы. Одежда, хлам, наверное, это, да, все-таки? Спасательный круг. Пластмасса, да. Пластмасса там нам нужна будет, наверное, где-нибудь, когда-нибудь, вот. Че ты? Чипсы возьми. Так-то ничего себе, тут катакомбы такие. Как бы тут не заблудиться. В принципе, в любой момент, так понимаю, мы можем отсюда просто взять... А, ну вот выбраться можем отсюда. В любой момент, в случае чего. Плюс у нас... Нет, давайте... Чё? А, нет, пить не надо. Пить не надо, у нас здоровье полное, радиация нам ни к чему, если она тут зараженная. Так, давайте мы еще пошаримся. Рановато нам выходить. Я думаю, где-то... Вылезем под крепостью. Есть у меня такие подозрения, то давайте перепрыгнем лучше. Вот, вот этого штука я боялся. Нас она сожрет на ура просто. Черт. Надо что-то повеселее. Иди сюда. Черт, потерялся! Зажали! Слышь, ты! Краб пипл, блин! На тебе! Ох ты, ё-моё! Отбились! Перезаряжайся! Хряпни, да, вот это! Тебе пригодится сейчас! Вот это нифига себе!
Подстава. Так, Собакен, ты как, живой? Нормально, все? Клемался? Красавец. Красавец ты мой! Дайте духом почешу, как я тут почитать. Нельзя. Ладно, пойдем пока пошаемся. То есть... Знаете, таракан, блин. Ты тут все кого... Ёб твою за ногу. Сколько что тут засранца-то? Так-то тут маленько бесполезненький, но хоть какая-то. Это всяко лучше, чем ничего. Так, ну ладно, тараканов мы сильно-то не боимся. А вот этих вот крабовых стоит опасаться, потому что, сами видели, их хрен прошибешь чем. Это с дробовика. Сколько раз надо было всадить дробовика, чтобы его хоть как-то ранить? Ух ты, это смотри, что тут есть. Патроны, психа. А, ладно, возьмем все. Что это такое? There we go. Отлично, взять. Взять патроны. Жестяная банка. Это, наверное, сталь пойдет. Все-таки подозрение. Алюминиевая банка. Ничего себе мы тут нашли. Собачка консервирует хорошо. Так, ну, вроде мы набрали тут все. Собакен, ну у тебя смотри. Так. Это мы с собой не потащим. Ну давайте еще немножко прогуляемся. Закончим вот тут. Потому что я смотрю, тут немножко совсем осталось. Так. А, бутылка Молотова, стимулятор, кассет. Эй, ладно, у нас покажи. Ничего этот. Винт. Ага, подожди. Вот так надо это сделать было. Пока же мы не перегружены, так что это можно все взять и даже не заморачивать. Вот 20 крышек мы нашли, тем более, видите? О! Медведь! Здорово! Тебя тоже возьмем. Не знаю, зачем, но возьмем. Так, ну, видимо, все тут. Нам что, больше делать-то нечего. Я же прав? Подожди-ка. Что это сейчас было? Не понял. Не ломается, да? Как бы нам туда попасть? На самом деле, как бы нам туда залезть? Я вот туда хочу. Ладно. Не знаю, как туда попадать. Видимо, там другой вход где-то есть. А мы пойдем наверх. И будем завершать серию, потому что тут и так уже все затянулось. Но тем не менее, тут классно. Мне тут все так нравится. Тут проработано до такой степени, что куда хочешь, куда хочу, туда иду. И обычно все кричат: не ходи туда, ходи сюда. Так, на чем вот полазили по канализации, передавили тараканов, вылезли из какой-то задницы. По-другому я это назвать не могу. Так, вот он. А, вон где вылезли, да? Все, понял. Термоядерного мы не нашли ничего. А что такое? Абсолютно чуть термоядерного тут нету реактора этого. Батареи, вернее. Давайте мы сюда зайдем, тут в магазин должно что-то быть. Да я вам сейчас, наверное, тешится. То ли набьют, то ли нальют, сам не уверен. Вантус. Распродажа, так, каска. Подожди, каска, а мы что взяли? Жестяная банка. Изолента, шкаф, в шкафу ничего нету. Манекен. Чего это? Стоп, давай на деньги возьмем. Возьмем, продадим. Так, что-то где-то. А, прихрените, это надо взять. Не знаю для чего, но я думаю, они нам тоже пригодятся. Лампочки надо взять. Так, компьютера тут ничего нету. На прилавке нет ничего, пойдем. А, вот второй этаж, помню, где-то был вроде. Второй этаж. Что у нас тут есть? Манекен. Манекен. А, ящики, ящики, манекен, ничего больше. Так, и, собственно, все, у нас больше ничего нету. Нет, что-то есть. Смотри-ка. Нет, смотри-ка, что-то еще есть. Нет, прыгать я отсюда не буду по одной простой причине. Это в костюме безопасно. А тут это палево. Погнали вниз, спокойненько спустимся. Так, подожди, это что? Так, ну ладно. Так, что мы... О, вот тут мы не были. Это что, это церковь? Не, ну конечно, ядерное в этом. Где еще быть-то, только в церкви. Там горела книга, ну возьми. Может продадим. Потому что, скорее всего, это Библия, тут книга-то другая, вряд ли какая-то будет.
Так. Я так понял, это всех их накрыло взрывом в тот момент. Как-то вот они так вот лежат просто. Неестественно. А дальше уже просто 200 лет времени. Скелетов много. Так. Че я тут? Нифига себе. А что делает в церкви с оружием? А, не могу взять. Сейф! Блин, не могу. Жалко, жалко. Тут бы, мне кажется, что-то полезное могло быть. Ё, там еще выше куда-то есть. Давайте сейчас заберемся на самый верх, посмотрим, что там есть. И будем заканчивать. Просто игра настолько интересная, что, блин, даже заканчивать не хочется. Так. А, вот, вот мы отсюда сняли. Нет, стоп, мы отсюда взяли пулемет, блин. Между прочим. Ну ладно. А тогда предлагаю заканчивать игру на сегодня. Спасибо, что были, смотрели, подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте... О, там можно пройти, посмотреть ящик хоть. На канал, на паблик, ставьте лайки, дизлайки, самое главное, комментируйте, на твиттер не забывайте подписываться. Всем удачи, пока!